Всем привет, дорогие друзья! Я сейчас нахожусь в Севастопольском морском порту. Сегодня буду делать подробный обзор на комету. Сейчас она проходит ходовые испытания. Вот сейчас мы здесь находимся, ее ожидаем. Сказали, что через 15 минут она придет. Мы попадем на борт. А вот и сама комета подходит. Опускают трап. Вот смотрите, как это все выглядит. Все это дело. Давай. Вот оно как все выглядит. Вот мы заходим, сразу же работает кондиционер. Сразу же не курить. Насос и салон ряды с 1 по 5. Есть указатели, спасательные круги у нас идут. Это здесь вы можете обратить внимание. Основной салон на 95 человек. Сейчас мы перейдем в салон комфорт, вычислим 25 человек, вот можете посмотреть, оценить. Вот здесь сразу же видно, что здесь такие именно уже отличнейшие такие кожаные кресла. Удобнее гораздо и комфортнее находиться здесь на самом деле, чем в основном салоне. И даже вот стоимость билета 800 рублей, лучше уже доплатить 300 рублей, но находиться здесь. Вот я не знаю, сейчас попрыгаю на каждое место, вот именно на любое. Посмотрим, где-то сейчас сядем посередине. И кондиционер как охлаждает хорошо. Это удобно, я не знаю, почему люди жаловались, что на самом деле ничего не видно. Тут именно с окон, что типа далеко. Но вот ты сидишь очень даже комфортно, любуешься пейзажами. Но вот я бы не сказал, что окна расположены далеко. Выходим из салона, здесь у нас детский спасательный жилет, 12 штук. Так вы можете обратить внимание, здесь туалет. Двери так хорошо закрываются. Это вот у нас туалет для пассажиров. Первый туалет, если выходить, получается, с основного салона. Это туалет для персонала. А это вот туалет для инвалидов. Тоже все предусмотрено. Еще раз мы вам снимем, покажем. Вот здесь специальные поручни. Как говорится, пользуясь возможностью. Садим за штурвал. Сейчас мы переходим на палубу. Это вот прям, смотрите, ребята, с капитанской рубки мы попадаем на палубу кометы. Хорошее событие. Вот какой вид здесь, да? Вообще шик. Жалко вот так вот пассажирам, да, сюда нельзя попасть? Прям как на яхте, на серьезном. Аварийный выход здесь находится.
уже отсняли и идем обратно. Все, уже покидаем это прекрасное судно. Сняли вам обзор, показали палубу, рубку капитана. Может быть, что-то новое, что вы не видели. Ссылки на комету я оставлю в описании под видео. Там у них официальный сайт и группа ВКонтакте, и Инстаграм. Так что подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.